Когда я был маленьким, я был похож на тебя. Я любил играть с ребятами во дворе. Когда отец приезжал с работы, я со всех ног бежал его встречать. И мы ужинали всей семьей. И я очень любил сидеть у окна и мечтать, что когда-нибудь у меня самого будет сын и красавица-жена, и я дам им все лучшее. Хайвилл Астана, где зарождаются и исполняются мечты.